Всем доброе утро. Сегодня с коллегами решили поехать поиграть в страйкбол. Не знаю, что от этого выйдет. Вот выдали уже форму, оделись. Ребята одеваются. Выдали карты. Ой, сегодня очень жарко, сегодня по 30 градусов будет. Никогда такой фигней не занимался. Все время лазерами ездили, стреляли. А чтоб то вот так было, то такого не видел. Стали телефоны, с собой часы не брать. Здорово. Готовимся, сейчас поедем. Пойдем, точнее, постреляем. Смотрите, на самом деле, я возьму группу небольшую, вот, по крайней мере, те, кто со мной приехали, вот как минимум трое, и вот ты тогда останься с ребятами. А наша будет задача, мы вот там буквально 3-4 бойца, мы по краешку, по кромочке и в задницу им попробуем зайти. И с задней стороны, с заднего, так скажем, прохода начнем у них захватывать эти базы. А вы просто, блин, начинаете постепенно ангар за ангаром брать, да. Бля, мы сейчас где вообще? Мы сейчас здесь. Вот, мы вот здесь, команда А. Вот наш ангар, видишь? Короче, в ту сторону справа, да, мы обходим? Да, знаете, как вот так вот видно было? Да, да, вот так. Вот наш ангар, вот мы сейчас здесь, ага. Противник вот там. Соответственно, здесь ангары идут один за другим. Слева еще ангар вот там. Понятно. Да, там также идут. Это через дорогу, они идут еще. По правой стороне двигай. Вы идите чуть левее, и, соответственно, вот эти ангары потихонечку один за другим начинаете брать. Вас сразу. А мы начнем вот так вот, попробуем войти. Пишет, еще надо. Горит, да? Нифига. Здорово. Полных штанов пока раз не получилось. Старт! Красава! Молодец, Кирилл! Дима, сдавайся! Готов! Блять, я думал, вы мёд заведёте таким.
Два убитых. Убит. Откуда у тебя такая пушка, бля? Закончили пострелялки. Ну так, кому там 20 лет, может быть интересно. Мне почти 50 бегать по кустам не особо понравилось. Вот. Ладно, сейчас поедем. Сегодня еще массаж. Поедем сейчас в город. Вот. Хорошего вам дня.